Знаменитая опера «Щелкунчик» в постановке Московского государственного театра «Русский балет» пройдет на сцене театра оперы и балета в Улан-Удэ. Это юбилейный гастрольный тур, посвящен 50-летию выдающегося балетмейстера-основателя русского балета Вячеслава Гордеева. «Щелкунчик» – один из самых известных и любимых во всем мире балетов. Красивая сказка об уродливой кукле, которая умела разгрызать орехи. Сказка о доброй душе девочки, мечтающей о счастье и победившей зло. Многие балетмейстеры создавали свои версии балета. Самой оригинальной стала версия Вячеслава Гордеева, который и сам был одним из лучших балетных принцев. Я отвечаю за это качество. Я знаю, что это спектакли, которые можно смотреть, нужно смотреть для того, чтобы полюбить балет. Балет станет отличным подарком для женщин к 8 марта. Он пройдет 12 марта на сцене театра оперы и балета.